все игроки команды «Локомотив» сегодня большие молодцы, потому что, ну, все знают, в какой ситуации мы были, в какую ситуацию мы попали. И сегодня проявили характер, я думаю, добыли нужное очко даже просто с точки зрения психологии. Мы понимали, что их будут поддерживать большая торсида, и мы в этом убедились сегодня. Я не знаю, сколько было, но казалось, что очень много людей, но хочу сказать большое спасибо, кто поддерживал, приехал поддерживать нас, то есть огромное им спасибо. И эти три дня мы говорили, что надо забыть то, что произошло в Краснодаре, но такое забыть тяжело. Но у нас не было выбора, мы вышли и понимали, что нужно проявить характер. Просто в этой ситуации очень сложно какие-то слова найти, то есть говорить, что просто выйти, проявить характер, биться, бегать. Мы сегодня старались это делать.